перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Сегодня влог выйдет. Хотел вам сказать. Там прикольно. Там вообще. И всякая такая хуйня. Как там поживает рэп? Ну где-то живет, поживает. Что-то плоды пожимает, а? Рифмы. Мне пишут в комментах, что Уфа топ. Слушай, классно, что тебе нравится твой город. Это круто. Это здорово. Эльдар, мои охуенные комменты туда. Определенно. Если у меня девушка, ну, смотря с какой стороны посмотреть. Если справа, то да. Если слева, то да. Вот знаете, когда Инстаграм в комментах ввел вот эти автоматизированные кнопочки, типа можно нажать на «Здравствуйте», «Привет» и «Смайлик», стало так скучно. Мы сегодня в школе на полную включили гейм овер. Вы молодцы, это прикольно. Усы тебе не идут. Спасибо большое, что... Ой. Мусолишь это уже вместе с остальными уже десятки тысяч лет. Погода 8 градусов. Ну нахуй, я хотел пойти в футболке. Типа, мы были со старым на лазурном берегу Франции. Там погода охуенная. Там в этом плане все хорошо, можно в футболочке ходить. А вот в Питер возвращаешься и такой... Нельзя в футболочке ходить, блядь. Ходил в шортах, было просто охуенно, чуваки. Привет вам всех мест, ну, уже из прошлого, где можно ходить в шортах. Как Клишка поживает? Я не знаю. Была ли сходка в Монако? Ну, мы угорали, типа, вообще, нас встретили... Нет, в Монако нас... Или... Нет, нас встретили в Каннах, нас встретили в Ницце, в Монако нас никто не встретил. Мы не делали сходку, мы просто говорим, ебать, мы в городе, и нас находят все равно, потому что мы же, типа... Обычно, когда мы афишируем, что мы куда-то идем целенаправленно, мы идем в самые такие популярные места. Будут вставки в обычных влогах. Да, в обычных влогах будут вставки из путешествий. У меня еще дохуя же материала. И я просто не знаю, когда все выпускать. Как бы... Вот, нахуй. Я уже сам хочу очень из Италии выпустить всякое дерьмо, типа Флоренции, Венеции. Но я не знаю, куда это запихнуть так, чтобы было динамично, органично. Короче, я сейчас пока думаю, все нормально. Ютуб заблокировали, пока не весь. Да я думаю, все поблочат. Типа, рано или поздно. Будем сидеть в ВКонтактике.
и во всяких таких русских сайтах. Не прикольно, но хуй знает, я как-то года 2-3 назад еще себя морально подготовил к тому, что... Ну и как-то показалось в душе, что однажды у нас закроют весь интернет вместе с страной. Поэтому я это не особо в ахуе. Я, конечно, в ахуе, но не то, чтобы прям в ахуе, да? Жесть, лютая. Ну так прям, чтобы грязь, Ну прям не жесть, лютая. Пользуешь ли я телеграммом? А насколько законно отвечать на этот вопрос? Я не знаю. Прикиньте, менты будут будут останавливать и проверять телеграм в твоем телефоне. Типа, эй, сука, ты террорист ебаный. Все, мы тебя повяжем. Выписался ли я с больницы? Как видишь, смотри. Внимательно смотришь? Блять. Ай. Я могу так продолжать, пока не блевану. Бля, я вру, я не могу так продолжать пока. Как считаешь, норм, когда 12-летняя скидывает фото жопы? Смотря куда. Вот. Все. Это вот так вот я ответил на этот вопрос. Как там Яна поживает? Яна сейчас в Амстердаме. С сестрой. Вот, а я нет. Но у меня свой маленький Амстердам в сердце всегда. Я тоже хочу в Амстик сгонять. Ух ты, блядь. Но у меня уже времени нет. Ну, я типа... На день рождения вот дарил Яне билетики, говорю, вот. Enjoy, пожалуйста. Как-нибудь тоже загоняю. Я что-то за... Очень много в этом году, короче, я путешествовал, куда-то ездил. Сейчас в мае надо будет поработать нормально. Снять новое шоу. Рэп ебаный делать. Вот это вот все штуки. Ебать, как вкусно. Короче, это была самая ебаная и бесполезная трансляция, как и все остальные. Нити на колокольчик. Да. Бум-бум.